Идем с мамой на местный рынок, который называется Правобережный. Посмотрим цены. Почем нынче на рынках продаются овощи, фрукты, что там еще, мясо, яйца. Вот заходим на рынок. Тамбов. Выбор, конечно, хороший. Эстонский сыр. Цены, да. Творог домашний. 395. Это натуральное молоко. А это из пальмового масла, наверное. Брынза. Смотри, что сметана. Совхозная. Совхозная. Это ж сколько там? 30%. Обалдеть. Творог крестьянский. 255. Вот такой вот. Моего холодного копчения. Да. Жизнь удалась. Ого, сколько всяких орехов. Да я, кстати, эти люблю. Инжир. 90 рублей. Манго. 45 рублей. Это всего за 100 грамм. Нормально. Дорого. 350. 350 рублей что? Пучок? Пучок укропа. Икру или красную? Горбуша это. 6500 за килограмм. Что там? 420. Вряд ли органик. Домашний. Да ладно. Яйца почем? 220. Где органик? Ну, домашний? Ну, только сейчас. Столько может стоить. Дай-ка сам рынок сниму. Такой, как Советский Союз, прямо реально. Попали назад в будущее. Вот рыба ты хотела. Окунь. Уже 800 рублей. Уже, говорит, не хочу. Корюшка. 100 грамм 100 рублей. Скумбрия 700. Вот свежая рыба, наверное. Свежую надо брать, а не замороженную. А? Нет, ну не та, которая в аквариуме. Минта, видишь, был по 170 по скидке. В магните по 170? По 107. По 107. По скидке был, да. Вот, особенно здесь мне напоминает прям Советский Союз. Все такое. Правда, такое уже в конце, когда много было всего яркого и красивого. А не когда
пустые прилавки. Девушка, зачем снимать? Надо. Спасибо. Куры есть у вас? А? Вот домашняя кура, вот новгородская. Вчера в Ленке по 129 взяла такую. Но домашнюю по 129? Нет, не домашнюю. Синяя есть кура. Ну какой, 50 рублей? Да. Я же говорю, что сухофрукты. Ага. Да. Я люблю сухофрукты. Помело, смотри-ка. Раньше было. Всего доброго. Здрасте. Какое? Голубое даже. Зеленое. Это что за вкусы хочу такие? Резинка. Витамин. Для фам. Очень. Ну расставляйте-то вы, наверное. Красиво у вас. Которую походила, у вас самая лучшая витрина. Ну, у нас один нет только. Красиво, действительно. Что, зелень будешь брать? Ну, ты спроси, сколько? 70 рублей 100 грамм. Я думала, я это хотела уже. Тут сколько? Полкило? Дороговато все-таки. Ну, возьми какой-нибудь маленький пучок. Много продавцов, и покупателей мало, и все равно цены не снижают. Ну, так потому что покупателей мало, да, лучше выкинуть потом. Это вот тоже будет вот. Орешки. Как много всего. А миндаль что? 70 грамм? Ой, 70 рублей? 100 грамм? Не знаю. Я уже поняла, что тут все в два раза дороже. Туда, может, сходим? Хостовары. Здесь на рынке не только продукты получается, и хостовары еще. И даже какие-то одежда, обувь. И даже мебель. Ой, какой пуфик классный. Берем? Деревню. Какие тележки, мне вон с вишенками нравятся. Еще 360. Ну, все китайное. У меня уже, считай, порвалась. С вишенками, черные колеса какие там. Давай посмотрим. О, ну, большие колеса. Made in China. Да, конечно, оно все чино. Не надо. Что тут? Ну, такие вот нравятся. Но только очень маленькие. А куда их? Ну, да. Что под, подложки? Нет, под маленькие горшочки. А, для цветов? Вот для салфеток, смотри, купи себе и такую нет, ложки, нет, кружки. У нас все укомплектовано. Кружки металлические, какие дорогие, я бы купила. А я бы вот такую взяла. Она горячая. В поход, а вот вообще классная. Поход. Ну, пойдем же мы когда-нибудь в поход, когда бомбить у нас начнут. Я пойду скоро. Поход. Рюкзаки уже собрали. Длительный. Собрали. А ты в какой длительный поход? На кладбище. У метро вчера. У метро по 200 рублей, а тут 350. Такая точно. Думаю, даже за 150, по-моему, я вчера видела. Я капуста. О, смотри.
Капуста дешевая. А я по 99 покупаю. Зато перец по 80, а в магазине нет, килограмм написано. Я про перец. А. Малина 300 рублей. Это что, черешня 390? Я и говорю, ягода, черника, смотри, 400 рублей килограмм. Голубика? Голубика 950. Ужас. Это вообще какой-то засушенный. А, может, это так специально? Вон, тут по 150. Это самое. Цветная. Бери 55. Ну, мне сейчас не надо. Ну, можешь один качан пустить. Это что за груши, такие интересные сорты? Яблоки по 220. Сливы какие огромные. Что там? Клубника 0,5. 425 рублей. Это откуда, интересно, она? Спросишь? А сейчас что дешевле? Вот 300 рублей. А вот килограмм. Посмотрите, так это посмотрите. Капуста умные такие. Вы, наверное, лучше разбираются. У меня откуда и капуста. Такой дорогой капуст. Я во всем городе не встречала. Вот это что, пельмени? Интересный такой стенд. Крыжовник есть. О, лисички. А там какие? Там что красивый, там? Красивый прилавок. Черника. Все стихнет. Морожка. Тут вон какой-то самовар стоит. Чай готовят из такого. Видимо. Ну, вот такой вот он рынок. Все очень дорого. Мама пошла что-то узнать.